Моделька выполнена в классическом кузове родстера Ford. Кузов у нас из пластика, окрашена кэнди краской. Машинка имеет педальный привод, ножки, чтобы можно было за ручку толкать и разгонять до космических скоростей. Гудок, рулевое, фары включаются здесь и выключаются. Здесь есть багажник такой для всякой мелочевки, игрушек, может быть. Выхлопная типа, рессора, бампер, решетка алюминиевая. Вес машинки еще не взвешивал, но не знаю, примерно килограмм 20 может быть точно есть. 25 может быть даже. Салон из эко-кожи, имеется Bluetooth-колонка. Портативный аккумулятор, от которого можно и колонку заряжать, и телефон, и питаются фары. Рулевое имеет такие наконечники рулевые. Тормоз ручной. Лобовое из металлической рамки просто, без стекла. И вот в целом такая машинка у нас получилась.